Всем привет, с вами Демон Сталкер, и добро пожаловать на мой канал. Это Ночь Мертвецов, новая выживалка в Стиме. Так что усаживайтесь поудобнее, вы знаете, как я люблю выживалки. Погнали. Новая игра. Играем на легком, блин. Потому что я не люблю хардкор, блин, вы знаете. Старт гейм. Там здесь на русском, а здесь старт гейм. Старт гейм. Игра сделана на Unreal Engine. Тоже неплохой движок. Наравне где-то, может быть, Steam, может быть. Круче, может быть, не круче, я не знаю. Я игры делаю на Unity. Мне этот движок ближе, так как изучаю C-Sharp. Может быть, когда-нибудь буду и C++ изучать. И можно будет перейти на Unreal Engine. Кто знает. Жизнь покажет. Уничтожите автомобиль. Кусок железа нам надо. Это надо так, да? А я думаю, с кулаками, блин, на амбразуру, блин. Окей, журнал. Мы типа здесь. Да, я знаю, это надо идти по этому. Ну, надо тоже собрать всякое. Ох, милый цветок. Не подарил мне цветочки, милый. На. Кунг-фу такое. А, буш мне надо. Скорее всего, траву. Да, траву. Валочный топор. А как я должен? Так. Мне нужен маленький камешек, который меня вырудит. Так. Нравится мне выживалки. А-ля в стиле зомби, но... Так, и мне эта игра очень напоминает Miss Survival. Очень такая, знаете, похожая графика, атмосфера. Правильно, там за мужика играешь, но там девчонки тоже есть, поверьте. Так, уничтожить деревья, чтобы получить. Так, у нас топор. У нас ножик. Я сумоиска. Дерево очень каменное, блин. Сейчас так посмотрите. Прям вообще такой, знаете, кулак дракона. И дерево валится пополам. Так. Еще бы нам куда-нибудь. О,
Что ты корёшь-то, блин? Чего она? Материал, кусок железа. Так, у нас карта. Где бы построиться? Нам надо на горе, где-то здесь построиться. На этой территории. Вот только где? Так-так-то... Так. Опа. Мишка. Где твои трусишки? Не, Мишка нам не нужен. А то придется трусики менять и... Так, что у нас по карте? Такое ощущение, что местность во всех играх разная. Генерация ландшафта. Можно где-то, наверное. Может, наоборот, подальше от дома, от города. Блин, я испугался. Хотя... Надо вот здесь, может, глуши построиться. Так, давайте фундамент. Build. Q, E. Q, E. Q, E. Создадим лестницу. Floor, well, лестница. Build. Вот так надо было строить. L. Включение, включение света. Так. Проверить карту. Так. Вот. Поставили мы. Так, еще раз фундамент.
построим. Оп. Так, что у нас? Поставить стол. Стол для чего? Для изготовления оборудования. Пилора модельная. Вот. Бревно и ветер. Надо сходить в тот дом. А, маленький камень и кусок железа. Так, давайте сейвимся. У нас только еще 10 часов утра. Кошмары приходят ночью. И говорят, что каждая волна будет сильнее предыдущей. Блин, он так разрушается здесь. Камень валун. Пойдемте за щелем этот дом. Ух ты, бежим, бежим, а! Бежим, деточка, бежим! Так, что у нас есть? Так, что у нас? Что нам дарит? У нас два топора. Офига нам два топора, может быть, ты нашел. Так, канат. Ничего такого пока. Ни арбалета, ничего, да? Потерял. Так, о, блин. Нифига себе. МР-16, а? Ну, у меня нет патронов. Как это нет? Есть.
Есть у него бандона. Но это мало, нам нужно все равно. Либо лук, либо арбалет. Вот здесь один товарищ строился. Ну, мы чуть подальше построили, да? Опа, нам надо кусок железа. Так, кусок ткани, кусок валун, так. Кусок железа. Интересно, куда я пробежал? Фу, блин, я чуть не перестраховался, блин. Фу, какие-то птицы летают, блин. Фу, блин. Так, куда я попал-то вообще? Да здесь можно ум потерять, да. Так, это мистер Олейный. Не мистер Медведь, блядь. Боже, я запутал. Ладно, так, нет, давайте уже возвращаемся обратно. Фух ты, мистер Олень. Нам выйти просто на дорогу, покромсать железо. Нафиг эти леса дремучие, блин. Так, нам надо построить стол для оборудования. Так, он там дорогу уходит или нет? Нашел место, где можно будет искупаться. А вон нет кризиса. Сверху, если туда бежать, там наш дом. Так, где здесь забраться-то? Можно. Можно, да, забраться? Замечательно.
Да ё-моё! Не, отстань от меня! Отстань! Не трогай меня! Не! О, так, я еще не могу, да, построить? Опа. О, блин. У меня что, несколько автоматов? Так, что мы можем поесть? Так. Время у нас еще есть. Да, классная игрушка. В следующей серии точно будем выживать, подготавливаться. Ну, если вам, конечно, понравится данная игрушка в моем таком страшном прохождении. Конечно, в реальности встретиться с медведем — это пипец страшно. А здесь это, да, не говори. Да, согласен. Со мной согласилась. Этим вороном была. Но она со всеми соглашается. Кар. Надо будет запомнить, что там мишка косолапый. Вот так надо было, да, сразу строить. Наверх. Стоны заставляем барон, сделайте лук. Ветви, деревья. Можем копье сделать. Да, система разрушения здесь, конечно, желает лучше. Так, копье, лук. А может быть, это... Не два топора. Как она, знаете, слот все равно занимает место. Короче.
Банный шок. Что кредит, который можно получить, разобрав артефакт? Первый, давайте построим сундук. Кирпич нафиг не нужен. Семена пока тоже. Птичье яйцо. Понятно. Резиновое кольцо нафиг не нужно. Пёвый материал, так. Железный слиток пока давайте здесь. Железная плита. Отёсный камень. Сортировочка. А, какой-то нам надо... Чтобы построить, нам надо... Который можно получить, разобрав артефакт. Так, а что нам надо? Стрелы сделать. Что-то мало стрел. Артефакт нам надо разобрать. Какой еще артефакт был? Так, листья, масло, камень, валун, ткань, удобрение, пластик. Порох. Без понятия у нас. Ладно, не будем заморачиваться. Пять стрел. Пройдемте. У нас здесь еще интересно, что за местность? Дома какие-то есть? Нет, он навряд. Идем по дороге. Заодно пособираем. Сделаем спальный мешок. Какой-то артефакт надо. Кусок ткани, кусок резины. Может, надо что-то из этого разобрать. Кусок резины найти надо. Оп-пом-пом.
Может здесь? Боже, кусок резины. Нет, это кусок ткани. Ладно, пускай валяется. Сейчас что-то найдем. Собираем стрелы. А чё, вообще отлично. Лук работает. Это было лишнее. Блин, я прирожденный, блядь, лучник. Ну, практически. Все равно не отличается. Потерял, да, это сделал. Ну да, мой лук под винтовкой. Блин, зато у меня винтовка есть, офигеть. Там что за фигня какая-то коробочка. Почему здесь? Курка раздваивается, я не понимаю. Так. Это в коробке, похоже, дело, да? Сюрприз был. Вот кусок резины. Где я его взял, тоже второй, блин? Где-то я его взял. Нет, я в желтый как останусь. Так, мы все здесь взяли. Thank you.
Блин. Переборщил. Так, кусок дерева есть. Нам бы кирку можно, да, сделать? Что, лучше камни разрушать. Так, топор возьми. Я понимаю, это сильно делает. Мне до такой же степени. Так, надо мелочи порубить. Так. Последний ее крикни, не надо. Что ткань? Это кто такой, блядь? Это кто такой? Он еще прыгать умеет, блядь. Офигеть вообще. Блин. О. Фига, дамаг 23.
слышно, арматура. Резин так вообще не наши, бля. Возле винтовки. Плюс 18, бля. Нафига себе. У меня стрелы есть. Будем стрелами отстреливаться. Еще пули тратить. Зря мне. Так, что резин мы так не нашли. Какой-то артефакт разобраться. Я офигею, какой? Ладно, ребят, я думаю, надо заканчивать, наверное. Такие у нас приключения. Фига, новый монстр, я такого еще не видел. Который прыгает, блин. Офигеть, блин. Офигеть. Блин, мне нравится эта игра. Блин, обожаю, вообще прикольно. Ничего вкусненького нет. Вот так. Порох, резиновое кольцо. Блин, издалека теряли стрелы. Ладно, ребят, давайте, да. В следующий раз. О, вот, я говорю, в машинах должно, по идее, быть-то. Только не попадать, нифига. Сколько там надо? Да, мы уже можем построить спальню, мешок. Все, отлично. Можем уже было строить. Всем спасибо и до новых встреч. Увидимся через мгновение. Пока!